Всем огромный привет! Сегодня была в магазине Fix Price и сделала для вас обзор новинок. Магазин находится по адресу город Саратов, улица Чапаева, торговый центр Аврора. Полотенце махровое. Размер 50 на 100 сантиметров. Махровое полотенце только с одной стороны, обратная сторона гладкая. Состав 100% хлопок, машинная стирка допускается. В ассортименте три расцветки, производитель Россия, город Москва. Цена 199 рублей. Еще одно махровое полотенце, размер 30 на 70 сантиметров. Состав 100% хлопок. На выбор две расцветки, цена 77 рублей. Производитель Россия, город Москва. Носки женские, высокие с рисунком, от торговой марки Конте. Состав 64% хлопок, 34% полиамид, 2% эластан. Носочки подойдут на размер ноги с 36 по 39. Классные, интересные дизайны, причем правый носок отличается от левого. Всего 5 вариантов. Цена 99 рублей, производитель Республика Беларусь. Еще не женские носочки от компании Ecotex. Состав хлопок 75%, полиамид 25%. Рекомендации по уходу только ручная стирка при 40 градусах. Отличаются цветом и рисунком. На выбор с пандой, единорожкой, хаски, енотом и кошкой. Производитель Краснодарский край, город Армавир, цена 55 рублей. Детский свитшот, состав 100% хлопок. Без начеса, все сделано аккуратно, швы ровные, с длинным рукавом. Рисунок впереди, это наклейка. Кроме желтого свитшота, есть еще оранжевый, вот с такой кошкой. И темно-синий с собакой. Самый маленький размер подходит на рост ребенка 104 сантиметра, самый большой на рост 128 сантиметров. На внешний вид не маломерит, производитель Республика Узбекистан, цена 199 рублей. Качество свитшотов мне понравилось. Новинка в женском отделе одежды, черная кожаная юбка. Молния с обратной стороны, покажу поближе, как прошита. Внешне все сделано аккуратно, швы все ровные. Сзади внизу разрез. Длина юбки 58 сантиметров, замеряла я 42 размер. Размерный ряд 42 по 48. Юбка отлично тянется, состав 100% полиэстер. Производитель Республика Кыргызстан, цена 199 рублей. Набор контейнеров для заморозки от торговой компании Plast Team. В наборе 3 контейнера, объем каждого 750 мл, контейнеры с крышкой. Состав полипропилен подходит для пищевых продуктов. Удобная порционная заморозка. Также в комплекте есть наклейки для надписей внутри. Контейнеры надежно фиксируются друг на друге. Можно мыть посудомойки и использовать в микроволновке. Изготовитель Россия, Смоленская область. Цена набора 99 рублей. В продаже снова появилась корзинка для специй, в этот раз белого цвета. Размер 27 на 15 на 10 сантиметров. В комплекте идут две пластиковые перекладины, которые вы можете устанавливать по собственному усмотрению. Отличная корзинка, я такой пользуюсь уже больше 2 лет. У меня есть на канале отдельный ролик, где я показываю, как применил не только эту корзинку, но и другие товары с Fix Price у себя на кухне. Видео получилось насыщенным и интересным, ссылку на него оставлю в описании. Производитель России, город Москва, компания Архимед. Цена 55 рублей. Нож кухонный, универсальный, длина 21 сантиметр. Длина самого лезвия 9 сантиметров. Состав нержавеющая сталь и полиоксиметилен. Производитель Китай, цена 149 рублей. Пластиковый стакан от компании Архимед, объем 330 мл. Состав пищевой полипропилен, можно мыть в посудомойке, использовать для горячего, максимальная температура плюс 100 градусов. На выбор 4 цвета, производитель России, город Москва, цена 8 рублей 30 копеек. Кроме стаканов, в продаже еще есть миска, объем которой 400 мл. На выбор только сиреневый и бирюзовый цвет, цена такой миски 10 рублей. Футляр для очков с яркими принтами. Отличное качество, состав полиуретан, полиэстер, сталь. Дизайны в ассортименте, цена футляра 99 рублей. Кстати, если вы не любите яркие принты, однотонные варианты футляров тоже есть. Кабель USB в очень классном футляре, который сделан в виде кактуса. Длина самого кабеля 100 сантиметров. Кабель USB есть для iPhone, для Samsung и других телефонов. И есть разъем Type-C. Состав ПВХ, медь, сталь, срок службы 1 год. Инструкция в комплекте, цена 77 рублей.
Дождевик детский дракончик. Отличаются цветом и размером. В продаже есть S, M, L. Самый маленький подходит на рост ребенка 95 сантиметров, самый большой на рост 130 сантиметров. Состав ПВХ. Мы такой дождевичок купили, померили, качество отличное. На капюшоне есть самые настоящие шипы. Дождевик не тонкий, качество похоже на материал, из которого были летом сделаны надувашки в фикс-прайсе. Так что теперь дождливую погоду ребенок точно останется сухой. Цена дождевика в фикс-прайсе 199 рублей. А вот женский дождевик за 55 рублей абсолютно отличается по качеству. Он очень тонкий, похож на одноразовый пакет. Вот его бы я ни за что не купила. Новые черные салфетки, универсальные в рулоне. Размер каждой 25 на 30 сантиметров. В одном рулоне 50 штук. Состав вискоза полиэстер. Не знаю, чем уж эти салфетки так хороши, но стоят они 149 рублей. Коврик для сушки посуды, размер 30 на 40 сантиметров. Состоит он из губчатой вискозы, рисунок только с одной стороны. Коврик помогает высушить посуду быстро и без разводов. Впитывает больше собственного веса, быстро высыхает и подходит для многоразового применения. В ассортименте 4 варианта. Производитель России, цена 55 рублей. В отделе инструментов появился точильный камень. Подходит для заточки режущего инструмента. В одном камне два цвета. Голубой цвет для основной заточки, зернистость 380, и серый цвет для грубой предварительной заточки, зернистость 120. Подробная инструкция с обратной стороны. Цена 50 рублей. Новая торговая марка в фикс-прайсе называется «Бережливая хозяйка». Салфетки вискозные в упаковке 5 штук. Размер каждой 25 на 25 сантиметров. Цена такого набора 16 рублей 60 копеек. Еще одна новинка – абразивный блок для ванной. Размер 9 на 15 сантиметров. Бережно очищает деликатные поверхности, идеально подходит для мытья в ванной и керамической плитке. Цена 27 рублей 50 копеек. Моп для швабры из микрофибры. Размер 43 на 14 сантиметров. Дизайн в ассортименте, состав 100% полиэстер, цена 55 рублей. Нож для зачистки проводов. Легко и удобно пользовать, зачищает провода от изоляции. Состав полиоксиметилен, сталь, цена 25 рублей. В детских развивашках появился новый творческий альбом «Раскрась и наклей». Внутри 250 многоразовых наклеек. На страничках внутри можно раскрашивать и рисовать, украшать картинки наклейками на свой вкус и доклеивать разноцветные кружочки по заданным контурам. Так как книжка отлично развивает мелкую моторику, воображение, творческие способности малыша. Ребенок может действовать не только по инструкции, но и включить фантазию и делать так, как ему захочется. Многоразовые наклейки – это очень удобно. Если ребенок наклеил их не так или ему надоело, можно картинку отклеить и поменять местами. Всего в этой серии 8 разных раскрасок. Цена такой развивашки 77 рублей. Обложка, органайзер на паспорт. Состав ПВХ. Внутри есть дополнительное отделение для карточек. В середину поместится паспорт. В дополнительной окошке можно положить СНИЛС, карточки и другие документы. Состав ПВХ. В ассортименте много разных вариантов. Мне больше всего вот эти два понравились, с кошками и с чемоданами. Отличные органайзеры, производитель России, город Москва, и стоят они 55 рублей. Набор декоративных клейких лент. В наборе ленты разной ширины, самая маленькая 1,5 см, средняя 2,7 см, самая большая 3,2 см. В основном такие ленты используют для украшения страниц блокнотов и тетрадей. Рисунки на коробке сбоку – это именно те рисунки, которые будут на лентах. Всего 4 дизайна на выбор. Цена такого набора 55 рублей. Набор капиллярных ручек. Тонкий стержень, в наборе 16 штук. Цена 99 рублей. Набор перманентных маркеров. 3 цвета. Цена 55 рублей. Кстати, они подойдут для магнитной доски. Пряжа для ручного вязания новой серии называется «Сельский мотив». Состав 30% шерсть, 70% акрил. В одном кубке 200 метров, весит он 80 грамм. В ассортименте 3 цвета, производитель России, Московская область. Цена 99 рублей. Игровой набор «Столовая». В набор входит 6 стульев, 1 стол и 6 комплектов посуды. Набор продается в разобранном виде, схема сборки указана на коробке с обратной стороны. Обратите внимание, что кукла Аврора, Артур и игровой набор «Веселые малыши» в комплект не входят. Их можно приобрести отдельно. Состав набора полипропилен-полистирол, цена 199 рублей. Новая игрушка «Вертушка». Необходимо прокрутить ручку игрушки в ладонях по часовой стрелке. Вертушка примет форму спирали. А если покрутить ручку обратно, против часовой стрелки, тогда игрушка примет объемную форму. Состав полистирол, полипропилен и металл. В продаже такие игрушки 4 разных цветов и форм. Производитель Китай, цена 99 рублей. Игровой набор «Баскетбол для ванной».
Необходимо вставить кольцо в основание, закрепить конструкцию на гладкой вертикальной поверхности при помощи присосок и затем забрасывать зверушек в кольцо. Состав: полипропилен, поливинилхлорид и полиэстер. Дизайн в ассортименте, цена игрушки 99 рублей. Еще одна игрушка для душа и ванной появилась в новом дизайне. Необходимо погрузить вот этот шланг в воду, затем нажимать на кнопку, и вода будет литься из душа. Крепится эта игрушка с помощью присосок. Направление душа можно регулировать. В ассортименте три новых дизайна, три новых игрушки. Это птичка, бегемот и жираф. Цена 199 рублей. Станок для бритья одноразовый, мужской, в упаковке 5 штук. Цена 50 рублей. Станки женские с двойным лезвием, в наборе 6 штук. Цена 55. Контейнер-органайзер с кладкой. Объем 4,5 литра. Размер 20 на 20, высота 10 сантиметров. В комплекте идет вкладка на 4 отделения. Контейнер можно использовать как с вкладкой, так и без нее. Контейнер надежно закрывается, фиксируется защелками с двух сторон. Контейнеры между собой отличаются. Есть вариант, который можно использовать под аптечку. Как вариант, можно наполнить ящик нитками, иголками и всеми принадлежностями для шитья или хранить в нем украшения. Состав: пищевой полипропилен, качество отличное. Производитель: Россия, Республика Татарстан, торговая марка Фимака. Цена 149 рублей. Зубная щетка Global White средней жесткости. Щетка разработана при участии стоматологов. Удобная и безопасная ручка при использовании. Закругленные и отполированные кончики щетины не повреждают эмаль. Высокотехнологичная запатентованная щетина сделана в Германии. Но несмотря на это, щетка все равно изготовлена в России. Цена ее 77 рублей. Набор зубных щеток Colgate. Плотно расположенные щетинки, содержит древесный уголь, не травмирует десна. Щетки мягкие, набор стоит 99 рублей. Ежедневные прокладки марка Ола, золотистая лилия. В упаковке 70 штук, цена 77 рублей. Тоник для лица или по-другому лавандовая вода. Содержит экстракт лаванды и гиалуроновую кислоту. Очищает и тонизирует. Тоник необходим для завершения ежедневной процедуры очищения кожи лица, бережно и эффективно удаляя остатки макияжа. Объем 300 мл, цена 55 рублей. Еще одна косметическая новинка – это натуральное масло ши или по-другому масло карите. Подойдет для ухода за кожей лица, рук и тела. В составе всего один компонент – это натуральное масло ши, никаких добавок больше тут нет. Объем баночки 50 мл, цена 99 рублей. И, кстати, производитель – Россия, город Саратов. Печенье сдобное, называется «Страшилки». Весьма длинный состав, в упаковке 150 грамм. Скорее всего, это печенье пришло к предстоящему празднику Хэллоуин. Стоит оно 99 рублей. Большая упаковка чая Тесс, чай черный с чабрецом и цедрой лимона. В одной упаковке 100 пакетиков. Цена 149 рублей. Натуральное банановое молоко в этот раз появилось со вкусом клубники. Такое молоко не содержит лактозу, глютен, сою и ГМО. В составе вода, банановое пюре с витамином С, сахар, стевия, сок, концентрированный клубничный, ароматизаторы, витамины комплекс и так далее. Объем 1 литр, цена 77 рублей. Если уже пробовали такое банановое молоко, поделитесь, пожалуйста, в комментариях, понравилось оно вам или нет. На сегодня это все. Если видео понравилось и было полезным, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Также не забывайте подписываться на телеграм-канал. Там вы узнаете не только о новинках, но и о товарах Fix Price, как их можно применить у себя дома. Ссылку на мой телеграм-канал оставлю также в описании. Я желаю вам отличного дня, прекрасного настроения, и мы с вами увидимся уже очень скоро. Всем пока!